Здравствуйте, я Сергей Куприк и хочу всех-всех поздравить с Новым годом, пожелать, конечно же, крепкого здоровья, счастья, удачи, тепла, радости, не знаю, всего-всего, чего только можно пожелать. И вообще, я хочу сказать, что люди, когда вырастают, они в большинстве перестают верить в Деда Мороза. Соответственно, Дед Мороз обижается и больше подарки не приносит. Вот, так я хочу еще всем пожелать, чтобы не теряли веру в Деда Мороза, и тогда в ваших домах будет запах и елки, и мандаринов, и, конечно же, подарки.